Вчера мы с Алексеем Борисовичем Данцигом ездили в музей ВВС Монина. Я там был первый раз, очень впечатлен. Ну, я могу что сказать, что я там ходил, и опять у меня в голове вот эта фраза: «Не бывает некрасивых самолетов». Потому что некрасивых самолетов не бывает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Белоснежный или серебристый лайнер — это что-то. Элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета. Даже если совершенно непривычный цвет окрасить, вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолета. Даже если цвет зеленого горошка разукрасить. И не важно, Туполь Боинг или Airbus 300. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Красивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает, не бывает, не бывает, не бывает. Спасибо вам.